Это первый такой проект в Тюмени. Уже совсем скоро автолюбители смогут передвигаться по развязке Мельникайте Дружбы сразу по трем ярусам. Последний, самый высокий, уже обрел очертания. На бетонные опоры строители начали устанавливать металлические пролеты. Сейчас производится работа двумя кранами общей массой 40 тонн по 20 тонн на кран. Ну, по команде стропольщиков, монтажников работаем вправо-влево. Всего строители смонтируют больше 3000 тонн металлоконструкции. Развязку на Мельникайте начали строить в 2021 году. Работы идут круглосуточно. На объекте трудятся в общей сложности 120 человек. Трехуровневая развязка соединит между собой улицы Дружбы и Щербакова. Движение будет беспрепятственное, бессветофорное. Всего здесь оборудуют 9 съездов. И, как говорят строители, по плану проект должны построить до 2024-го, но обещают, что и в этот раз закончат раньше срока. У нас в общей сложности осталось соорудить на этом транспортном сооружении 3 опоры, 2 основного съезда, 1 так называемого третьего съезда или третьего этажа, это 9 съезд. Мы планируем завершить сентябрем месяцем завершить монтаж пролетных строений и в летнее время приступить к устройству дорожной одежды. Подобные трехуровневые развязки есть только в Санкт-Петербурге и Москве. Теперь будет и в Тюмени. Именно такое решение позволит разгрузить для автомобилистов сразу несколько улиц. Удобная развязка станет и для пешеходов. Большое количество элементов обустройства автомобильных дорог – это наружное освещение. Порядка 13,5 километров будет выполнена велодорожка, пешеходные дорожки. В целом данный проект будет позволить разгрузить такие магистрали, как Профсоюзная, такие магистрали, как Челюскинцев. Получается, Щербакова частично будет разгружена. Прямой ход по Мельникайте будет выполнен до микрорайона Тарманы. И все это планируют сделать до конца года. Причем уже сейчас разрабатывается третий этап проекта с продлением этой же магистрали до улицы Щербакова и с выходом на Тимофея Чаркова. Проект сейчас заходит на высокой стадии готовности, пройдет государственную экспертизу и на перспективный период будет планироваться. Впереди у города еще одно не менее глобальное строительство. Следующую развязку, которая должна будет появиться в Тюмени, сделают в районе Дока. Строители возведут мост через Туру, который соединит улицу Газовиков с Коммунистической. Екатерина Кальченко, Федор Глазунов, Тюменская служба новостей.